или что? Я только что приехал. Смотрю, денежек нет, значит человек типа передумал. Я... А, да, не, 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 заехал в магазин. Да. Меня видно? Да, 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 понятно. Фон у вас интересный. Это Photoshop, да, как бы, как заставка типа. Это OBS. Open Broadcaster Service. Да, неожиданно было. Вот я меняю фон и вообще убираю. За мной зеленая ткань. Я понял. Ну, чтобы... Создает настроение. Да. Так. Ватиканская. Так, ну что, в общем. Ну да, вот, два варианта. Я вам по боту глоссарию дам доступ к моему пособию. Как создать вот именно типа глоссарий. А, и вы, если не поймете, зададите вопрос, я вам помогу. Это платное пособие, которое у меня есть. Оно сделано для. Сделано для. API. Вот это гугловское, бесплатное. Я понял. Вы посмотрите, почитайте, если вам понравится, значит хорошо. А теперь я включаю доступ, показываю экрана. Вот теперь можно камеры убрать. Да, я все выключу. Так, мне надо демонстрацию экрана включить. Я буду показывать. Так, мой экран видно, Skype? Да, да, вижу. Так. И для приемной комиссии мы будем рассматривать, какую самую лучшую я предлагал платформу. Sketchbot. Совершенно верно, Sketchbot. Вы пробовали ее смотреть? Да, я попробовал, посмотрел, потыкал как бы. Не особо понял ошибку, если честно, как именно по созданию. Хорошо, вот мы сейчас начнем создавать приемную комиссию. Причем там сразу же и mind map, ментальная карта, может быть видна. Попробуем обойтись без ментальной карты, хотя вот на самом деле я бы посоветовал, значит, если скорее всего это будет сложная работа, я бы посоветовал использовать XMind. Это бесплатная программулька, может вы слышали, для построения ментальных карт. XMind. Да, сейчас я ее покажу. Так, вот она мне начинает запускаться. XMind. Для построения логических деревьев. Сейчас у меня загружается. У нас все записывается. Вы, наверное, их видели, вот такие ментальные карты, вот. Это ну да, начало. Я понял. Вот тут какие-то ветвления, возвраты, вот я такие делаю. И потом строится SnatchBot. Открываем мои боты, это все инструкции записываются, вы потом можете посмотреть. А что это он? Так, что-то он не пошел. Еще раз. Вот тут какая-то ошибка, но это не должно быть, значит, бот. А вы обычно через Google заходите? Через Chrome. Неважно, браузер любой. Это веб-интерфейс. Я понимаю. Вот тут у меня есть много разных ботов. И если открыть my bots, мои боты, то внизу здесь есть кнопочка create bot, создать бот. Вы даете ему имя, например, приемная комиссия. Имя, это, скорее всего, человеческое. Ну да, да. Вы где, в каком городе, я забыл, в Минске? Нет, Сыктывкар. Сыктывкар. Да. Это что за республика или край? Республика Коми. А? Республика Коми. Коми. Ну, пускай будет так. Супер Коми.
Супер Коми Бот. Здесь описание бот. Его не будет видно. Просто бот. Ну, бот прямо на комиссии, да. Допустим. Выбираем язык, хотя это ничего не дает, но мы выбираем всей кучу языков наш. Угу. Вот. Образца такого у нас нет, поэтому действуем с чистого листа. Без темы, да. Иконочку – это то изображение, которое будет видно. Клиенту, точнее, условно говоря, я понял. Да. Ну, какой-нибудь, ну, допустим, меня. Вот такое вот в кружочке будет изображение. Я очень люблю еще добавлять иногда туда гифики. А я заметил, у вас там, да, пляшут. Вот, некоторые. Да, они как будто что-то там вроде говорят, что привлекали внимание. Это интеракция или взаимодействие, пока пусто, сразу от, схема типа ментальная карта, пока пусто. Пустая. Поэтому мы добавим плагины, не знаю, что за плагины. По-моему, они пока не нужны. И вот нажимаем плюс, выбрать тип взаимодействия. Всегда выбираем bot statement. Uh-huh. Выделение почты, он, это нужно тогда, когда не просто нужно ввести бот, указать свою почту. Бот еще и проверит, есть ли там собачка, есть ли там точка, где положено. Здесь адрес, если он вводит, не нужно. Если вот телефон, вот это интересно, правильно ввести телефон. Если вводишь неправильно, он скажет, это не исправки. Дата для приемной комиссии как бы не нужна. Извлечение числа из текста не надо. Извлечение адреса, ну, в принципе, тоже как бы не надо, я думаю. Извлечение задержки не надо, перевод не надо, задержка ответа через какое-то время напоминает не надо. Короче, всего этого ничего не надо, берем bot statement пока что. А для того же glossary, да, тоже получается выбирать statement? Для глоссария, что значит глоссарий? Ну, что значит глоссарий? Расскажите задачу. Якобы некий справочник, условно говоря, вот справочник, которому клиент, пользователь будет задавать какой-то вопрос, что такое там робопедагогика, и он будет подавать определение, например. Да, понял. Нет, про глоссарий пока не будем, пока эту задачу обсудим, про глоссарий почитаете. Здесь обычно для бота, вот сейчас начнем говорить про сам процесс, мы будем, что мы будем делать? Бот должен сказать ему приветствие, так и напишем приветствие, в котором, пока вот приветствие, можно на русском языке именно. Uh-huh. Все, появилось название первого взаимодействия, вот оно. Uh-huh. Его можно удалить. Его можно протестировать, его можно продублировать, но пока ничего нет. Я понял. Вот это сообщение, то, что видит собеседник, угу. И пишет «Приветствую вас в приемной комиссии СГУ». Угу. Да, верно. И дальше какой-то текст. Uh-huh. Дальше. Ну вот давайте сразу и протестируем, если нажать вот так. Вот, видите? Сразу пошло, приветствую. Вот тут надо теперь, если кликнуть по нему снова, то появляется снова этот редактор. Надо понять, что мы хотим. Я предполагаю, следующая версия, вы меня подправите. Он говорит, я... Так, это звонят? Это мой дальше, я понял. Подождать? Не надо. Скорее всего, сценарий будет такой.
я приветствую вас, приемная комиссия СГУ. Меня зовут так-то. И я очень, я просто мечтаю вам помочь. Вот тут он должен сразу создать настроение. Я очень хочу вам помочь, я так этого ждал. Но для начала скажите, он должен что-то спросить. Скажите, вы знаете, подсказать ли вам, нет. Он должен спросить, какое направление его интересует, как бы, на какой факультет. Ну да, начать с факультета хотя бы. Да, какую специальность. Вот он должен что-то с него спросить, самое первое. А вот здесь, quick replies, быстрые ответы, будут варианты ответов, чтобы он не пальцами водил, и мы не мучились с распознаванием. Вот тут это которые предлагаются, да, вот эти вот всплывающие, готовые варианты? Да. Сейчас я не знаю, что спрашивать. Вот здесь мы в быстрых ответах можем придумать следующие версии. Может быть, такой вариант. Он спрашивает, вы родитель или вы абитуриент? Потому что в зависимости от этого может быть и разный разговор. Вот такая версия. Что еще? Какие здесь можно такие версии стартово? Если сразу его спросить, знаете ли вы, какой вам нужен факультет, или вам рассказать? Такой вариант. Еще что. Ну, либо если мы спрашиваем, какой факультет тебя интересует, тогда сразу список факультетов, например, можно вывести. Я думаю, надо сразу строить диалог с расчетом, что это и для родителей, и для абитуриентов, и не делать с ними какую-то... Я думаю, надо ли делать разные диалоги. Ну, наверное, даже не столь обязательно. Но это ладно, хорошо, это уже дело такое. Да, хорошо. Значит, тогда варианты ответа следующие. Я знаю, какой факультет или какая специальность, или сейчас правильно направление подготовки. Какое направление подготовки? Вот тут косяк. Вот тут косяк. Тут очень коротко надо писать. Это явно правильно. Вот. Это короткий ответ, да. Вот тут надо, да, коротко. Иначе длинные тексты, кнопки будут длинные, и это не будет работать. Так, приветствую от приемной комиссии. Он спрашивает. Тогда, значит, надо его как-то красиво спросить. Так. Ну, я рад вас видеть. Уже. Так, раз поприветствовал, значит, уже рад. Так. Какой вопрос вас интересует? Даже не так. Ну-ка. Попроще. Вот, придумал. Это сейчас скажу устно. Знаете ли вы, какое направление вам подготовки вам нужно? Там будет варианты «да, знаю», «нет, не знаю». Да? Вот так вот. Попробуем. Ну да, понял. Знаете ли вы, какое направление подготовки вам нужно? Если он придет второй раз, мы помогли ему, то он уже скажет «нет, не нужно». И вот тут варианты ответа. Да, знаю. Вот это короткий ответ. Да, знаю. Вот сейчас я не буду этого делать, сохранять, потому что надо «да, знаю» создать интеракцию. Итак, у нас гипотеза, что одни знают какое, а другие не знают. Вот я сейчас добавляю вот сюда по плюсику. Еще одну. Интерактивное тоже бот-стейтмент. Да, знаю.
Все, нажимаю Enter. А тут же добавляю. Тут же добавляю нет, нет не знаю. Да. Тип взаимодействия такой же. Первый. Нет, не знаю. Вот. И тогда, если вот в первом взаимодействии написать ему quick replies, быстрый ответ. Тут есть текст будет, картинку можешь показывать, галерею длинную, новости формата RSS. Все это нам не надо, у нас будут только быстрые ответы. Послать почту, например, после какого-то ответа он пошлет по почту, пошлет сообщение кому надо. И тут добавить атрибуты, например, запомнить имя, он будет по имени к нему обращаться, к этому Васе или Пете. Вот это пока не надо усложнять жизнь, хотя с атрибутами можно очень хорошие там и вычисления, и арифметику изучать. Итак, он пишет, да, я знаю, имеется в виду направление подготовки, знает. Сюда же можно добавить и пиктограммочки. Не знаю, мне кажется, там в этом что-то есть. Это что такое? Я сейчас покажу. У меня есть ссылочка. Ссылочка, это, кстати, в ботах я применяю. На те символы, которые не только в Фейсбуке можно, но и там. Например, знаю, какой можно. Веселый. Вот такой обычный смайлик вставить, он будет прорисовываться. Вот. Да, знаю. Все, нажимаем Enter. Вот здесь он говорит, если будет вот это взаимодействие, я сейчас не вникаю в детали, потому что нам надо быстрее за этот час как можно больше узнать. Здесь тоже первое слово содержит, вот это содержит, да, я знаю, то послать его, да, я знаю. То есть я приготовил уже две этих интеракции. Он посылает на да, знаю. И все. Ничего больше не искать, закрыть. Проверяем. Вот снова на первой интеракции нажимаем на тестирование. Вот видите, появилось да, я знаю. Если нажмет на да, я знаю, он его посылает вот сюда. Но там пока ничего нет. Попробуем сейчас подредактировать «Да, я знаю». Отлично. Приятно иметь дело с подготовленным собеседником. Они типа беседуют. Проверяем снова тестирование. Да, я знаю. Вот он ему написал. Отлично. Приятными. То есть мы видим, уже дело пошло. Ну а здесь нет, не знаю, написать ничего страшного. Ну там, давай я тебе расскажу, да? Да. Ничего страшного. Для этого я здесь. Проверяем логику. Так, теперь надо после первого добавить ему быстрый ответ. Вот, да, я знаю, есть. А вот тут нет, не знаю. И в начале, раз уже в начале пошло, поставить ему грустный смайлик. Ну, вот такой попроще. И он будет работать. Нет, не знаю, нажимаем Enter. Не думая, выбираем соответствие этой интеракции. Слово содержит полностью. Там можно и частично, но нам сейчас не сразу иди на нет, не знаю. И все, и закрыть. И тогда, если проверять снова тестирование, вот это вот, какое нужно. А, знаете ли вы? Да, я знаю. А, на этом уже проверяли. Еще раз. Да, нет, не знаю. Нет, не знаю. Ничего страшного, для этого я здесь. Все, диалог пошел. Теперь, не доходя до конца,
все-таки сделаем конец. Увидим, как это работает на сайте. Ну, будем и строить. А что дальше? Как это все, к чему это приведет? Открываем каналы. То есть у нас простейший уже пошел, но нам интересно, а как это все будет на сайте? И вот он предлагает сразу на сайт. У вас есть сайт же университета, да? Да. Наверное. Да. Вы бы хотели, чтобы на разделе сайта, посвященного приемной комиссии, был в этом разделе вот этот вот. А может быть, и на всем сайте, чтобы был вот этот бот. Ну, там. Вы можете вот здесь open. Вот это он появится на отдельной странице. Если ну, то есть отдельно переходить надо будет. Вот нажать сюда, можно, да, можно не держать его на, в уголочке там где-то на сайте. А можно, я понял. Можно вот так вот сразу. Вот появился вот этот супер коми-бот. Вот он приветствует, тут уже смайлики, короткие лаконичные ответы. То есть очень быстро, если говорить нет, не знаю. Он появляется сообщение, что он типа там думает что-то, печатает и отвечает. Все. Нет, что бы я здесь исправил? Мне не нравится вот это слово type something. Мы в России, а вот это вот нам не нужно. Дальше. Вот этот вот микрофончик. Можно, в принципе, посидеть, подумать и говорить тексты через микрофон. Ну-ка. Для этого он спрашивает разрешение микрофона. Вот он появился вроде бы. А, вот что-то запись. Вот ну-ка. Ну-ка еще раз. Ну-ка. Привет. Он сделал какую-то запись. Он записал. Вот 8 секунд первое. Вот он появился вроде бы. Нет, это нам не надо. Это голосовое сообщение. Да. Я хотел, чтобы было так, было распознавание, но не помню. Вот в API там можно делать, но не обязательно на этом зацикливаться. Итак, я хотел бы, чтобы вот это от английское у меня исправилось. Для этого я иду вот сюда. Edit channel. Редактировать канал. Это несложно все делается, чтобы скрыть вот это вот, вот это вот. Скажу, я понял. Вот это вот. Я не думаю, что для СГУ там уж это как-то будет. Это считается, что это отвлекает, и если он нажал по этой ссылочке, то он назад не вернется. Ну посмотрите, там какая-то сумма платится, чтобы вот это убрать лейбл. Пропускаем. Дальше. Вот он сам код, если знаете, как вставляются коды, вот копируется код и вставляется и появится. На странице, да. А можно делать вот эту ссылочку, открывать его, вот, посылать у нас NatchBot, вот эта ссылочка без вставки. Вот так. Теперь дальше. Теперь кастомайз. А где этот кастомайз? Что-то я не понял. Не вижу. А, все, вижу. Кастомайз. Вот это вот можно имя ему, тут подпись, контакты приемной комиссии, сайт. Это пока пропустим, это бирюльки потом, если не поймете, я вам скажу. А вот Advanced Options нас интересует. Вот здесь мы можем изменить стиль шарик или круглый, вот этот у этого приемной комиссии, пусть будет так, размеры показывать, что-то не выключается, цвет, цвета, вот это все цвета, да, можно сделать темный вариант вот такой, или оставить светлый. Это вы поиграетесь, показывать. Ну, он там type something. Показывать аватар или не показывать. Мне кажется, пусть будет. Можно на разных каналах его, в том числе Facebook, еще где-то. А, видите, вот Facebook, это электронная почта, это Slack. Можно не заморачиваться, не советую пока. Пусть будет только на сайте. Показывать шары. Где-то шары.
шара вот, я не пользуюсь, не надо. Скрывать приветственные сообщения нет, пусть будет. Скрывать лого. Вот здесь вот название. Я понял, я вижу. Можно его скрыть. Скрывать имя бота в то время, когда он что-то печатает. Вот я понял, вот сейчас. Ну, тайпинг типа он печатает, да. Да, вот это слово по-английски. Да, он супербот комик скрывает, да. И. Так. Нет, это вот типа он сейчас печатает. Как бы это. Вот, мы пришли наконец. Напишите что-нибудь. Напишите. А, вот здесь. Нет, вот. Это выше было. Выше, да? Да. Вот. Стоп. Во, правильно. Вот. Вот здесь вот, поскольку он ничего не печатает, мы говорим, выберите вариант ответа. Вот. Вот. Выберите вариант. Вот это будет правильно и по-русски. И если сохранить, где там вверху. Ой. Я не могу подняться. Вот, сейф. Все, сохранено. И закрыть, и обновить. То уже будет. Вот. Выберите вариант ответа. Я мне понял. Не нравится здесь только одно, на самом деле. Вот тут все хорошо, вот это, вот только дата. Эта строчка, да, она забирает место. Я написал ему, я не понял, то ли он в Израиле, то ли он где-то в Исландии, но пока не ответил. Ну, хотя, в принципе, может даже в этом какой-то плюс. А все остальное работает нормально. Итак, продолжаем. Вот он напечатал. Итак, продолжаем. У нас пошел старт, и мы сразу скаканули в самый финал. Мы увидели, что бот будет жить. Угу. Нам не нравится, может быть, суперкоми-бот. Ну, это ладно, это все. Это можно вот здесь исправить. Угу. А что еще можно здесь добавить в ченнелы? Так. Можно его, вот куда можно его засунуть. А вот как в Телеграм вывести, например, хотя бы туда? Телеграм для госвуза, как вы считаете, уместно? Ну, пускай даже если это будет глоссарий, то туда глоссарий будет не на сайте, а в Телеграме. Ну, чисто вот ради интереса. А хорошо, я скажу, что я проверял, в Телеграм работает очень хорошо. Просто для госвуза вхождение в запрещенный в России сервис Дурова. А может быть, это не очень политично. Ну тот же Viber тогда, ладно, Viber он не запрещен у нас. Будет вот все, что здесь есть, включая Skype, будет работать. Ну по такому же принципу, да, делается. Да. Но если это сайт электронные курсы или единая комиссия, то вполне хватит вот этого. Теперь пошли ковырять дальше. Вот мне нравится, что у вас все у вас понятно. Снова возвращаемся в билд. Какие здесь могут быть рекомендации? Во-первых, вот надо везде эмоциональность какую-то давать. Вот тут надо думать как филологу, как психологу. У вас какое направление? Какой диплом? Педагогика. А? Педагогика. Педагогика. Вы педагог. Значит, вы понимаете, какое значение имеет слово. Каждое слово тут будет влиять. Вот тут надо подумать творчески. Как я рад, как я ждал вас. Ну, да. Вот что-то такое. Дело. Может быть, это вы сами подумаете без меня, но я делал доклад в Сбербанке по этому поводу, по эмоциональному, психологическому характеру, что у бота, как у каждого человека, есть характер, есть своя особенность, и это работает. Надо создать его образ. Я очень много уделяю внимания визуальному образу, его имени. Как-то вот подумать, что придумать человеческое имя, желательно ему дать. И при этом он не должен говорить, что он такой уж супермен, он все знает. Нет, он, ну, понятно, да. Он не заменяет человека, он только учится. Мы будем к этому иногда возвращаться. А пока давайте продолжим нашу работу. Если мы
То есть технически у вас все пошло. Теперь смотрим по логику и рекомендации под эту задачу. Наша задача сделать так, чтобы студент, абитуриент или родители захотели поступить в СГУ. Вот это самое главное. И вот надо думать, как его завлечь. Итак, вроде как начало пошло. Мы спрашиваем, достаточно, знаете ли вы какое направление? Нет ли здесь никакой обиды? Вам нужно. Ну, вроде как хороший вопрос. Да, знаю. Мы его похвалили. Отлично. Приятно иметь дело с подготовкой. Что дальше? Вот он знает. А тогда, наверное, что? Как вы считаете? Что, куда должен пойти диалог? На какую? Ну, то есть уже какая-то конкретика должна быть? Конечно. Куда? Да, выберите ваш факультет. Отлично, приятно. Минуточку. Он знает, какое направление подготовки надо. Он знает. То есть мы не будем его спрашивать про факультет. Мы, наверное, спросим его, подал ли он заявление, или какой нерешенный вопрос, если он знает, что ему нужно сделать дальше. То ли подать заявление, то ли узнать его, какой он по списку идет, как это называется. Результаты приема его интересуют, да? Или какой конкурс, какие особенности. Вот сейчас надо не про факультет его спрашивать, а его задачу. Например, спрашиваем. Скажите, пожалуйста. Можно сказать, выберите вариант, который вас сейчас интересует. Получается, можно дать интервью? Да. Получается, вот, допустим, мы нашли, пользователь выбрал, да, ответ, да, знаю. И то есть, чтобы дальше продолжить диалог, нам нужно именно уже в итерации, да, знаю, там, да, его строить. Да, вот в этой итерации нужно определить оптимальный вопрос. То есть, и потом, если бы он выбрал «нет», знаю, то мы бы вот зашли бы в итерацию «нет», и там бы, да, уже задавали, вот, ввели бы диалог дальше. Да, вот давайте тогда начнем пока с итерации «нет», «не знаю». Ничего страшного, для этого я здесь. Я могу рассказать вам, то есть он не знает, на кого учиться. Вот попробуем вот это. Могу рассказать вам все про наши факультеты и направление подготовки. Так. Хотите? Вот тут пошла психология. Если он скажет «да», то нам это выгодно. Когда говорит человек «да», он психологически и дальше скажет «да». Если он скажет «нет», мы можем ему поработать, то есть возражает. Здесь включается работа с возражениями. Мы начинаем ему что-то по этому поводу говорить. Итак, здесь вариант рассказать про наши факультеты. То есть сейчас мы уже говорим не про технологию, она у нас пошла. У нас начинается тяжелейшая задача построения логики. Логики и психологии. И социологии какой-то. Как построить диалог, чтобы добиться своей цели. Я могу вам рассказать все про наши факультеты и направления подготовки. Хотите, если мы здесь добавляем интеракцию под названием «Да, хочу». Хочу узнать.
Так, мы расскажем ему что-то и добавляем сразу вариант «нет, не хочу». Тут, конечно, мы будем работать с возражениями. «Нет, не хочу знать». Вот если он ответит «нет, не хочу знать», мы ему напишем. Вот надо думать, что мы ему напишем. Если так, сейчас «да, я хочу знать», мы ему напишем. Прекрасно. Так. Слишком часто говорить «прекрасно», как «хорошо» тоже не стоит. Это слащавость тоже нужна. «Хочу знать». Значит. И так. И, короче, у нас всего... Сколько у вас факультетов? О, я даже не знаю. Да пускай будет 10. У нас всего 10 факультетов. На каждом изучаются. То есть мы ему даем уже какую-то терминологию. Разные изучаются, а на каждом есть разные направления подготовки. Сюда же уже можно какую-нибудь там картинку, да, оставить. Можно. Со списком тех же факультетов, да, вот, и их направлением, например. Ну, условно говоря, так, если прям. Может, для начала. Это на каждом факультете может быть около 10, там много направлений. Может, для начала выберите ваш факультет. То есть он выбирает факультет, а там ему предлагается направление подготовки. Uh-huh. Может, для начала выберите ваш факультет. А если он скажет нет? Ну тогда это уже не надо думать. Тяжело с ним разговаривать. Ну, с этим ладно. Тут надо в поверительном наклонении. Есть разные направления подготовки. Для начала, а смотрите, Юрий. Я предлагаю, Хотел вас еще спросить, например, а если брать бота, который не предлагает ответы, а то есть саму письменные. Надо написать ответы. Письменные? То надо стараться уходить, потому что есть масса публикаций, когда начинается писанина вручную. Да еще безграмотно, да еще он сам не знает, что хочет, тогда начинается кошмар. Проще ему, никаких там искусственных интеллектов, проще ему дать готовые варианты. Дихотомический ключ, это будет самое надежное. Вот искусство общения заключается именно в этом. Смотрите, я отказался от вопроса, а перешел к поверительному наклонению. Бот говорит, выберите ваш факультет. Понимаете? То есть все тут. И тогда пошли вот эти факультеты. Ну, в списке ответов, да, условно говоря, также. Да. Угу. Только они. Вот тут другая засада. Они могут иметь длинные названия. Да. И они сюда не влезут. Тогда есть такой выход. Мы их нумеруем. Нумеруем и списком там же отсылаем. Номер вашего факультета. То есть вот эта цепочка работает, это и есть дихотомический ключ? А? Ой, что-то я вас не слышу. Что? Вот, слышу. Я говорю, получается, вот эта цепочка вопросов-ответов, это и есть дихотомический ключ? Да. Или. Вот он говорит, экономический факультет. Второй, есть такой у вас? Да, конечно, есть, вот да. Как у вас называется? Да. Да. И пошли длинные названия. Да, инженерный. Да. Инженерный факультет. И вот мы так решаем логику и технологию. Инженерный факультет.
и еще один третий педагогический. Но лучше кто в той нумерации, как они на официальном сайте. Ну да, чтобы соответствовало. Да, чтобы соответствовало. Чтобы не было там, а что это вы наш экономический... Нет, почему экономический на первом, когда у нас на сайте на первом педагогический? К примеру. И вот здесь, соответственно, добавляем номера. Опять, да? Да, 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 да. Поэтому, наверное, использование ментальной карты будет правильным. Хотя но это как минимум, составив ее, там уже проще вот выставлять такие диалоги, то есть не запутаешься. Да, да. Ну, с другой стороны, я вот пробовал и так, и так. И вот строишь эту ментальную карту несчастную, строишь, а потом приходишь к выводу, что, блин, да и так тоже хорошо. И так тоже. Я так и не пришел к выводу, что лучше. Но, по-моему, все-таки лучше вот так, особенно в начале. Так, а что он там? А, это не туда нажал. Я должен уйти. А, так, как его вот найти? Он. Теперь я ищу так. У меня там было слово коми. Снизу, он, снизу, вот он, вот. Да. То есть я включаю поиск. Я понял. Когда их, у меня их много, я начинаю забывать. Вот так я их нахожу. Включаю settings. И начинаю редактировать. Я остановился. Да, мне надо было создать экономический факультет. Тут я уже больше не столько технологию, хотя я остаюсь в рамках этой технологии. Экономический факультет, вот, да, вот так. И здесь вот логика экономический факультет, ну здесь выбрать специальности. Но возникает вопрос, ну и что? Вот он выбрал специальность менеджмент или государственное муниципальное. Хотя, да, государственное муниципальное управление на экономическом факультете. Ну выбрал. А что дальше? Вот тут надо решить главный стратегический вопрос. Вот он посмотрел, выбрал. Дать ему краткое описание, наверное, сейчас пока рассуждаем. По этой специальности, допустим, ГМУ, вы можете стать успешным чиновником или муниципальным госслужащим. Подробности мы можем еще рассказать, но скажите, вы хотите написать заявление? Вот мы для чего всю эту канитель как бы выстраивали, чтобы он сделал действие, которая нужна нам. И вот тут надо подумать снова про психологию. Бот вызовет доверие, да и любой из нас вызовет доверие тогда, когда этот человек, а может быть и бот, решает какую-то боль. Если мы разговариваем с человеком, который не понимает нашу боль, нашу беду, то нам с ними не очень интересно. И наоборот, когда мы видим, что он понимает нас, тогда он вызывает у нас доверие. И мы прислушиваемся к его советам, он нашу боль может снять. Это классный человек или классный бот. Значит, какая боль? Давайте порассуждаем не про боты, а про психологию. Какая боль может быть у абитуриент. Трудность выбора, как бы дальнейшие перспективы. Например, вот так вот. На скидку. Вот это очень важно. Если мы в боте отразим, что бот эту боль снимает, тогда бот будет давать результат. Просто так построить, а что вы хотите? А вот заявление здесь, а это вот тут. Это не то. Ну да, да, да. Я понял, что большую роль играет психология вот, в плане. Так, ответа. Давайте-ка вернемся к приветствию. Там вроде как у нас с технологиями вроде как неплохо. Мы там все делаем. Приветствую вас. Знаете ли вы, какое направление подготовки вам нужно? Нет. Вот уже сразу какое-то формальное отношение, какое-то вот. Давайте представим себе приемную комиссию. Приходит человек, абитуриент,
школьник в приемную комиссию, или родитель, или попечитель. Он хочет поступить, но у него там еще другие вузы есть. Так, у него балл может быть не очень высокий, а может быть и хороший, вот он перебирает, то ли в СГУ поступает, то ли в другой вуз, правильно? Ну да, конечно. Право выбрать себе есть. Почему он перебирает? Потому что он не хочет эти годы жизни потратить просто так. Он хочет, ну то, что закосить от армии у кому-то, это так, тоже понятно. Но он хочет, чтобы получить такую профессию, такой диплом, который даст ему, потом будет его радовать материально и духовно. Вот, может быть, надо здесь как-то подумать. Я понял, что это все. От балды-то можно написать любой, вот, а вот именно быстрый диалог. Но я бы хотел, чтобы мы прямо сейчас попробовали эту боль как-то сформулировать, и логика разрешения этой боли появилась бы в нашем диалоге, в нашем боте. Как важно, вот он рассуждает, как важно не ошибиться выбором профессии. То есть он показывает свою как бы вот некую значимость, экспертность. Как важно не ошибиться с выбором профессии. Можно, можно даже так, апелляцию к опыту. Многие, поступая в вуз, не всегда уверены, что делают идеальный выбор. Так, то есть он начинает ему в душу лезать. Многие поступают в вуз, не всегда уверены, что делают идеальный выбор. Так. Однако. Теперь я сделаю паузу, Иван. Uh-huh. Есть ли у вас возможности найти варианты разных крючков, называется крючок, или топос, или фрейм, возможности найти вот эти варианты боли для абитуриента? Например, есть студенты, или друзья, с которыми вы можете, или руководитель, вот такие варианты есть у вас? Или вы сами должны это все сделать? Да, я могу попросить помощи, конечно. Думаю, найду. Вот давайте вы вот эту вот фразу, эти варианты вы можете подумать, и потом мне сообщить, мы вместе порассуждаем. В течение 10-15 минут бесплатно. Это мой бонус за ваше старание. Хорошо? Угу. Я потом соберу, когда уже более будет информация, что не стоит головой сидеть, условно говоря. Вот, я сейчас хочу вот главное изложить за это время и показать процесс, финальный процесс. Так, вот сейчас я сделаю некую дегрессию, уход в сторону. Смотрите, допустим, мы сделаем бот. Так, сделаем бот. И он будет работать. Но нас будет интересовать аналитика. Допустим, проректор спрашивает: ну хорошо, Иван, ну сделали вы. А куда люди идут-то? А что чаще всего спрашивают-то? Давайте мы поиграемся вот с этим делом, как чат-бейс. Хорошая штука. Она позволяет бесплатно авторизоваться. Разрешить через аккаунт Google. Так, я
помню или нет. Думаю, что да. Да, да, я вспоминаю. Это бесплатная штука, аналитика, которая, вот у меня тут 7 ботов есть, которая позволяет интегрировать. Так, ну-ка, тут как это? Так, мои боты. Сейчас. А, вот, добавить бот. Сейчас не смотрю остальные. Добавить бот. Его имя. Ну, допустим, СГУ. Коми. Ну, это же для меня, чтобы я не забыл. Это не важно. А, нет. Это важно, потому что стоит красная звездочка. Сейчас вам покажу тоже вот вещи, которые очень интересны. Бизнес-кейс. Абсолютно не важно какое. Это им надо. Вам это без разницы. Индустрия. Образование. И вот это не важно. Дальше. API для SGO Коми создана. Вот она, ваша API. Копируйте вот так. И API Key вот сюда. Вставляете и сейв. Все. Что он тогда будет выводить? Список. Он будет выводить статистики. Сколько процентов людей обращается туда в одну или другую сторону. Так, это пропускает. Можно приглашать для аналитики, допустим, проректора или еще, чтобы они видели из вас. Или адреса. И они будут видеть. Все, вот кому дадите доступ, они будут видеть. И только вы один. Вот я его Коми СГУ добавил. Для посмотрим, у меня вот тут разные есть. Ну-ка посмотрю. Вот какой-то колледж, посмотрю аналитику. Что это такое один? Один коллаборатор, то есть я один. Ну, смотрите, да. Можно добавить еще. И вот так посмотрим аналитику. Как она работает. Так, давно я ее не открывал. А как он понимает, что именно вот это. Вот эти ответы нужно анализировать, как это само происходит. Он через API привязался к чат-боту, и все, что в диалоге тут происходит, он начинает считать. Так, давно я уже не смотрел. Ну-ка, вот это вот. А он, наверное, за последний месяц выводит аналитику, а за последний месяц ничего и не было. И, да, если ее... Да. Скорее всего, так и происходит, по датам. Так. Что было в Фейсбуке отдельно, что было... Ну вот даты там вот еще видите. Так. А, вот здесь даты, да. Вот здесь нужно выбрать дату, когда там пользовались этим сервисом. Совершенно верно. Вот последний, там 30 дней, там, да? Да. Вы правильно говорите. Так, а я уже не помню, когда это было. Я проводил этот опрос. 18-м, по-моему. Только не в апреле. Ну, я не помню. Короче, я вам скажу, что если посмотреть... Вот я понял. Вот это вот идентификация. Посмотрите, и там будет... А, можно вот этот overview посмотреть, да. То есть отдельно настраивать... То есть мы подцепили API и все, и получаем аналитику, да? Да, то есть технически вы решили классную задачу. Вы привязались к чат-бейсу через вот этот Google API. Там требуется наличие учетной записи в Google. И все, бесплатно. Нажимаете Save и сохранить. Так, вот теперь я ни разу не делал экспорт-импорт. Если это так, то я, чтобы вам не делать все заново эти шаги, попробую сделать экспорт. Отлично. Я вот его делаю вам экспорт. А вы, соответственно, можете сделать импорт. Да. То есть очень удобно. Вы можете эту работу распараллелить, допустим, между студентами. Или еще там разными сотрудниками и все. А дальше получить код бота, да, вот я вам скайп кинул.
Если интересно, можете продолжить. Угу. Дальше. Что еще? Вот, session expire. Давайте посмотрим на то, что попроще. Завершение. Сколько секунд неактивности человека, прежде чем сессия окончится? Я рекомендую ставить тут миллионы секунд. Это значит, что если человек... А, что тут красным? А нельзя на столько символов. Должно быть меньше 86 400 секунд. Вот это очень хорошо. 86 400, я не помню сколько, это, по-моему, очень много. Сейчас я прикину. Это то время, в течение которого бот не забудет этого человека. Mm-hmm. Вот на Dialogflow или API, там это ужасно, так разделить на... Там быстро забывает и начинается по новой. Так, это 1440 минут разделить на 60. 24 часа. То есть человек включил, забыл, вернулся, а бот его помнит. Вот это очень хорошо. А в API, по-моему, они пишут 10 минут, но из опыта я посмотрел, он через 5 минут, если ничего не делаешь, он забывает его. И ты начинаешь где-то диалог с самого начала. Это нехорошо. Ну да. Вот это я подсказал. Так, кнопка рестарт. Начать заново. По-русски. Можно ему написать начать заново, да, и да. Обнулиться. Сохранить. Вот тут, если у вас есть программисты, можно сделать веб-хук, связь с вашей университетской базой данных, они смогут какую-то аналитику еще качать. Uh-huh. Запоминать их персональные данные, там что-то к ним обращаться, он будет его вспомнит там через месяц он пришел, он его помнит. Но как это делается, я не знаю, я не программист, я больше системный такой аналитик и конструктор. И меня больше интересуют вот эти моменты, потому что пока мы не сделаем главное, это психологию, логику и системный результат, вот это все нам как бы и не очень-то и надо. Ну да. Этого и достаточно, на самом деле, отчасти. Так, что тут еще? За $30 в месяц вы получаете... Про версию. Да, убирается вот это, удаляете вот это. Получаете премиальный суппорт. Ну, в принципе, я вам все как бы рассказал. Вы можете в месяц бесплатно 10 тысяч сообщений. Это вполне достаточно. Угу. Я понял, да. Но для коммерческих целей, когда нужна какая-то рассылка, наверное. Для коммерческих целей... Когда какая-то рассылка, там что-то отправлять кому-то, да, вот, когда надо такая опция. Может быть, да. Тут вот есть еще бот-сторы. Это что, да. Для вовлечения. Какая коллекция таких ботов, кто выкладывает. Так, вот тут еще есть вещи, которые я, например, еще не пробовал, но они тут есть. Например, broadcast – это вещание. Mm-hmm. Это значит, что сейчас я включу переводчик. Сообщение нескольким. То есть всем, кто приходил к вам какое-то время, через какой-то интервал вы выбираете свой бот, и он начинает этим людям что-то говорить. Mm-hmm. Как робот. Вот это вот для рекламы. Для приемной комиссии, может быть, интересно, он ему через неделю после последнего разговора или там через 3 дня что-то может написать. Ну тогда нужны какие-то пользовательские данные персональные. Либо телефон, либо почта, либо еще что-то. Верно. Вот это хорошее дополнение, но я его еще не использовал. Угу. Ну, я не занимаюсь рекламой, но в принципе для приемной комиссии. Вы выбираете, когда это делать, пишите какой текст, выбираете получателей, там надо еще их подготовить, и он это сделает. То есть
Я к чему говорю? Не обязательно вот сейчас вам рассказать все подряд, что тут может. Но сориентировать, я вас ориентирую. Еще один момент, который тут есть. Conversation. Тут есть и NLP, Natural Language Programming, обучение искусственного интеллекта. У нас пока этого нет, мы работаем на дихотомических принципах. Ну, что-то я вас не слышал. И у меня что-то пропадает. Слышите? Вот, сейчас слышу, да. Я поближе поднес. Искусственный интеллект, если вы захотите вот именно распознавание текста применять, да, то, что вы вначале говорили, то в дальнейшем можно дойти и до этого, но пока мы это просто только фиксируем. И последнее. Conversation. Очень хорошая задумка, когда вместо бота включается реальный человек. А, ну, я понял. Это сильнейшая, дорогая вещь, когда при необходимости подключается человек. Вот такие опции очень ценные, они дорого стоят. Она тут как бы бесплатная, но я не скажу, что она уж хорошо работает. Почему? Расскажу принцип. Представьте себе, что бот говорит: а хотите, я вас свяжу с реальным человеком? И варианты ответа: да, хочу. Он нажимает на вариант «да, хочу», на почту администратору бота приходит сообщение. В нем есть ссылка, администратор на ней, по ней нажимает и попадает в разговор. И вот здесь вот он пишет ему: я готов ответить, я человек, я готов вам ответить, пишет то, что ему нужно. И вот то, что здесь будет написано, появится в чат-боте. Все, казалось бы, прекрасно, я проверил, все работает. Кроме одного. Это нужно постоянно сидеть, сидеть на почте. На почте. Вот для меня, например, это, ну, я часто сижу, что-то делаю, да, я получил письмо, я включаюсь. Но если я вдруг, извините, пошел прогуляться по своим делам на какое-то время, ну, да, я не могу отключить эту опцию, чтобы они знали, что меня нет на месте. А-а-а. Обычно в чатах, многие чаты работают так, что... Ну, нет человека, через какое-то время он получает письмо. А тут реальный постоянно, человек, да, ждет, он же не знает. Там нет такой опции, что меня нет на месте. Там вот поэтому я не рекомендую использовать эту опцию беседы с человеком. Лучше предложить, если вы хотите, вот позвоните сюда. Или напишите ваш вопрос, и вот там через вот эту опцию email придет письмо. Сначала, сначала он представится, напишет свой email, да? А потом он напишет свой вопрос. На почту администратора в приемную комиссию придет вопрос от человека, но придет с email'ом. Вот это вот я считаю правильно. Лучше так, по почте ему ответить. Или позвоните по телефону, скажет бот, или напишите свой вопрос, и мы его получим и вам ответим. Ну что, Понял. Тут еще можно принимать оплату, но вам пока, наверное, это не надо. Не, не надо вообще. Через PayPal. Снова, что еще я хочу вам сегодня сказать. То есть мы прошли быстро самое основное, и не просто... самое, а все прошли, вот все, что необходимо для вашей задачи, мы прошли. Мы научились, кстати, посмотрите, какая схема. Схема, да, кстати. Схема вот такая выстраивается, но вот здесь видно, что нет связи. Ну, пока связи, да, пока нет. То есть, в принципе, вроде как и можно и не строить вот это дерево, так как здесь, в принципе. Я не определился еще, но поначалу вот такие вот деревья, наверное, нужны. Вот. И видите, мы, мне кажется, мы прошли всю технологию. Вам не кажется? Да не, я понял главное, ну то есть принцип создания там, а то что, ну, текстовка это уже как бы
сугубо мои задачи, проблемы будут. Да. Тогда давайте я вам еще должен сколько за мной, или я уже исчерпал свое? Ну, по идее, часто прошел, да, я вот. Просто... Я вам делаю бонус, давайте я сейчас, это вот запись пока идет, я готов ответить на ваши вопросы сейчас. Угу. Если не сейчас, то позже, вот вы скажете, когда вам удобно, мы проговорим про суперзадачу. И мы попробуем эту суперзадачу потом отыграть, хорошо? А суперзадача это что такое? Суперзадача это... Показать, что бот знает психология. Боль. Я понял. Как важно не ошибиться с выбором профессии. Ну, да, я говорю, это уже надо прям сесть и вот подумать, как бы ты хотел, как бы вот я, будучи приходя абитуриентом, как вот со мной я бы хотел, чтобы общались. Вот, вы правильно сказали, сейчас надо продумать не слова бота, а слова человека, который говорит так, что ты чувствуешь, что этот человек твою боль понимает. И вариант вот этой текстовки мы рассмотрим. Я еще подумаю тоже над этим вопросом про боль. Честно говоря, у меня вначале не было такого вот желания говорить про боль. Но я занимаюсь эффективным вебинаризмом и психологией ботов в том числе. И это везде, и в драматургии, и в кино, и в жизни. Мы доверяем тем, кто нас понимает, кто чувствует, что нам больно или нам плохо. Потому что мы говорим с человеком, который рассказывает, а у меня все хорошо, я много зарабатываю, я отдыхаю круто, у меня там куча разных удовольствий, я такой вот крутой, вот я о себе рассказываю. Такой человек, у которого все хорошо, он про себя рассказывает. Но к нему не будет такого прям душевного доверия. Что-то он там рассказывает, что у тебя все хорошо. Или какой-то сухарь. А когда говорит, я готов вам подсказать. Я понимаю, что не просто сделать свой выбор, но я тот, который обучен, решать такие вопросы эффективно в любое время. Давайте попробуем. Хорошо? Тогда я нажимаю на стоп, раз вопрос